На Покровском бульваре расположилась одна из частей выставки «Великая Отечественная война». Но все это в рамках Московского исторического фестиваля «Великая Отечественная война» с уникальным материалом. Экспозиция очень интересная. Покровский бульвар. Цветочный орнамент. Вдоль бульвара громадные липы. Какая-то парадная форма пограничника. Оружие времен Великой Отечественной войны. Военное снаряжение. Музей под открытым небом. Форма советского офицера Красной армии. Война с фашизмом. История снайперов, факты. Очень много девушек было в числе снайперов. Только в Подмосковье в женской школе училось 1061 снайпер и 470 инструкторов. Thank you.